Его использовать уже не просто, чтобы полететь, а чтобы полететь на скорость. Конечно, мы ради этого, в общем-то, и делали ховербайк, чтобы соревноваться с подобными машинами. Александр, вы ведь ездите на мотоцикле. Какие ощущения по сравнению с мотоциклом обычным, который ездит по земле? Ну, это несравнимые ощущения. Если мотоцикл – это всего два измерения, точнее, три, еще и вперед, влево-вправо, то здесь добавляется еще одно, то есть мозг не работает, как на мотоцикле. Здесь нужно иметь скорее уже навыки пилотирования воздушного судна. А у вас есть? Небольшие есть, это помогает. На что это больше всего похоже, на какой транспорт? Это ни на что не похоже, я вас уверяю, потому что садишься, сидишь вроде бы как на мотоцикле, но когда винты начинают разгоняться, то под тобой образуется невесомость, гравитация пропадает, и ты сидишь.